Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 4 ноября 2023 года. Сегодня в России праздник, День народного единства. Всех россиян поздравляю. И на центральной площади города Владивостока проходят праздничные мероприятия. Поэтому я направляюсь на площадь и посмотрим, что там происходит. Людмила Петровна. Встречайте громкими овациями! Друзья, так проходят мероприятия на центральной площади Владивостока, посвященные Дню народного единства.